около 3000. Это за сколько? За семечку. Что ж до наживы, пагубная и даже смертельная увлеченность наркотиками. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков весной этого года задержали мужчину 96-го года в лесополосе в момент, когда он поднимал закладку с мефедроном массой 3 грамма. После чего оперативники провели обыски в арендованной квартире по улице Макаренко в Перми. В одной из комнат стражи порядка обнаружили плантацию конопли. Два десятка запрещенных растений культивировались в специальной комнате. Здесь же полицейские обнаружили около 500 граммов уже готового наркотика, марихуаны и еще 40 граммов растительного зелья в квартире его знакомой. Знаете, что данная деятельность незаконна? Да. А что побудило заниматься этим? Желание иметь марихуану для личных целей 24/7 под рукой. По словам злоумышленника, все запрещенные вещества он хранил для собственного потребления. Однако оперативники и следователи полностью опровергли это заявление. Ранее мужчина также привлекался к уголовной ответственности. Теперь же наркоторговцы его знакомую признали виновными по статье 228. Подозреваемый ранее судим по статье 264, вторая часть. Также имеются у него административные правонарушения за употребление наркотических средств в общественном месте. Ведет разгульный образ жизни. Нигде официально не трудоустроен, официально нигде не работает. Зарабатывал деньги, предположительно, только за счет сбыта наркотических средств. Суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его знакомого приговорили к 3 годам условно, пока приговор не вступил в законную силу. Екатерина Зибзеева при поддержке ГУМВД России по Пермскому краю.